с вами Камила и Елена. Сегодня я буду кушать вот такую вот клубничку в шоколаде. Какая вкусняшка, наверное. Дело в том, что у нас в Украине наконец-то сезон клубники. Да, сезон клубнички. И вот какую замечательную клубничку мы с Камушкой приготовили. Посмотрите, пожалуйста. Как мы ее приготовили. Если вы знаете, как ее готовить, все равно посмотрите. Будет интереснее вам. Вот такую вот целенькую клубничку помыли. Берем черный шоколад и белый. Черный шоколад первый ломаем. На мелкие кусочки. Да, на мелкие кусочки. И растапливаем на водяной бане. Да. Тщательно растапливаем. И перемешиваем. И перемешиваем. До однородной консистенции. Вот видите, как внучечка моя старается, чтобы хорошенько размешать. Да, шоколад должен быть достаточно жидким. Вот такой шоколад должен быть. А теперь клубничку берем, макаем в шоколад. И макаем целенько, чтобы было красиво. Да. Разлаживаем очень аккуратненько на тарелочку. Кругом. По кругу. Вот макаем хорошо, макаем. Вот. Все-таки совместный труд, а потом какая же эта вкуснятинка выходит, когда своими руками ты сделаешь такую красоту. Стараемся, чтобы все было супер красиво. Да. И вот, вот такой вот круг у нас получился. Ломаем белый шоколад. Да. И точно так же плавим его на водяной бане. Да, мы растапливаем. И также само до однородной консистенции. Да. Вот так. Вот так моя хорошая внучечка, она мне помощничка. И клубнику вмакаем уже в белый шоколад. Конечно. Это же дело в том, что на любителя. Кто любит белый шоколад, кто любит черный шоколад. Стараемся, чтобы все было идеально красиво. Макаем хорошо клубнику. Конечно. Вот так. Вот, и такая у нас клубничка получилась. И украшаем белым шоколадом. Затем ставим в холодильник для полного остывания. Да. Какая вкуснятинка у нас получилась. Какая вкуснятинка. Камушка, тебе нравится? Как же вкусно. Ну что ж, друзья наши, если вам понравился наш совет, ставьте лайкосики и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока! Пока-пока, наши хорошие!